Добрый день! Вы на канале «Просто и полезно». Сегодня будем делать запеканку творожную. К утреннему чаю, кофе. Запеканка – очень простой рецепт. Перемешал все продукты и выпекать в духовку, разогретую на 180 градусов. Для этого нужен творог 1 килограмм. Творог должен быть мягкий. Мы купили творог на рынке. Он жирный, мягкий. От этого запеканка будет только нежнее. Вбиваем 2 яйца. Перемешиваем. А дальше все просто, легко запомнить. 6 столовых ложек манки. Шесть столовых ложки сахарного песка. Разрыхлитель. Ванильный сахар. По этому рецепту нужно 6 ложек сметаны. 4 ложек добавляем в творожную массу, а 2 столовые ложки смазываем сверху запеканку, чтобы образовалась корочка. Хорошо переминаем творожную массу, выкладываем в форму, смазываем сметаной. И ставим в духовку. По такому рецепту всегда получается запеканка. Она замечательна тем, что сюда ложится, добавляется манка вместо муки. И разрыхлитель. От этого запеканка очень пышная, нежная и вкусная, конечно. Запеканка выпекается. Вынимается с формы любым способом. Посыпаем сахарной пудрой и украшаем какао-порошком. Запеканка готова. Приятного всем аппетита. Подписывайтесь, заходите. Пишите комментарии, ставьте лайки. До новых встреч! Запеканка остыла. Отрезаем кусочек. Смотрим, какая она в разрезе. Очень нежная, пышная, вкусная.
С вами канал был «Просто и полезно». До новых встреч!